Весело и шумно прошла первая в городе инклюзивная вечеринка. 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в центре «Авангард» состоялась дискотека для всех желающих. Требование было всего одно – в одежде должен присутствовать элемент синего цвета. Оттенок символизирует аутизм не случайно. Данный вид расстройства чаще присущ мальчикам, нежели девочкам. Но на этой вечеринке цвет настроения синий у всех – и у обычных людей, и у особенных. В этом весь и смысл. Мы не видим никаких разделений, они все одинаковые здесь. На самом деле, они пришли, у каждого из пришедших особенных людей своя жизнь индивидуальная. Они имеют право на то, чтобы пойти в кафе, посидеть с друзьями, имеют право полное сходить в клуб. Пусть не ночной, но вот подобные вечеринки, они показывают, что они ведут такую же активную, нормальную, полноценную жизнь. Инклюзивный процесс идет в городе в полной мере. Еще пару лет назад о такой вечеринке нельзя было и мечтать, но с каждым годом клубы и общественные организации, которые собирают под своим крылом особенных людей, встают на ноги все крепче, получают поддержку. Оказалось, что неравнодушных к проблеме аутизма очень много. Вот уже не первый год проводим подобные мероприятия, начиная со 2 апреля и заканчивая практически целый месяц. 25 у нас в этом году апреля закроется вот это вот. Акция большая, потому что запланировано достаточно много мероприятий. Завтра будет мероприятие по адаптивному кинопоказу в одном из кинотеатров города. Будут также семинары для взрослых, для родителей, конечно же, для педагогов. И закончится все это тоже 25 апреля инклюзивным концертом. Родитель не должен задумываться, примет общество его ребенка-аутиста или нет. Показатель здорового социума – это когда место в нем есть для всех. Иванова однозначно встала на путь оздоровления. Раньше ребенок просто сидел дома, был намного замкнут. Вот нечем было ему заняться, и во дворе его играть не брали. Заняться в кружке тоже было сложно. Сейчас вообще нет проблем. Мы спокойно занимаемся с ним, ходим на занятия. И он сам адаптировался, и уже он более стал. Ему все интересно стало. Если раньше вот для него была какая-то грань, сейчас нет грани. С нашим клубом грани, просто они безграничны. Мы настолько довольны. Танцы, караоке, совместные выступления уникальных ребят с профессиональными артистами. А еще настоящее дерево желаний. Участники вечеринки загадали самое сокровенное. Добрых фей на этом балу тоже было предостаточно. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванов.